Всем привет! Сегодня поговорим чуть-чуть о пустых баночках. Не хочется мне их копить дома, и если вам интересно, то давайте начинать. Закончился у меня вот такой вот консилер / хайлайтер от Yves Saint Laurent, это Touch и Clad, которым я осталась безумно довольна. Куплю его, наверное, второй раз. Для меня это супер средство на лето. Естественно, он очень легкий, не перекроет вам каких-то синяков там или покраснений, но очень классно подсвечивает кожу. Очень легкий в нанесении, очень долго используется. Здесь всего 2,5 мл, но мне его хватило надолго. И, ну, не знаю, что о нем еще сказать. Он не скатывается ни в какие комочки, никуда не сбивается. На лето, если вы хотите естественное что-то, вот какой-то естественный эффект, то это супер-супер. Дальше это Giorgio Armani, конечно же, даже тут видно, насколько тут все закончилось. Я уже показывала в покупках, что я купила себе новый, долго останавливаться не будем. Тональное средство от Giorgio Armani, Luminition Silk Foundation под номером 4. Всем советую, если не смотрели, о нем, что я о нем рассказывала, посмотрите в покупочках, я о нем рассказывала, обожаю это средство, куплю еще миллион, мне кажется, раз. Закончилась зима, а вместе с ним, конечно же, миндальный... Как это, не знаю, гель для душа / масло от фирмы L'Occitane в объеме 350 мл. Вот я его закончила и вернусь к нему через год. Я все, уже устала от него, это достаточно такой запах, ну, навязчивый, он резкий. И это именно зимний период, сейчас он мне совершенно не подойдет, я его уже не пользуюсь и... Не знаю, обязательно присмотритесь вот зимой, ну, я им только зимой пользуюсь, вообще, в принципе, присмотритесь, офигенное средство, всем его могу посоветовать, очень приятное к телу, очень так экономно расходуется, ну, я честно его уже прям выливала на себя, прям, мне кажется, руку намыли, так прям полбанки вылить и намылить себе, ну, вот, это, наверное, вторая, как минимум, моя баночка, я им довольна, девчонки, советую. Но запах резкий. Далее у меня будет дезодорант Биодерм с голубой крышечкой обязательно. Я не знаю, он у нас расходуется как семечки, мы им пользуемся постоянно. У меня такой, у мужа, нас он полностью устраивает. Мы пытались как-то переходить с Айхерба, я что-то заказывала, и кристалл я заказывала. Что я только не пробовала, мне все не устраивает. Даже с серой крышечкой пробовали этот, нет. Все фигня, вот этот отличный. Ну что можно сказать о дезодоранте? Он работает, он может там... Естественно, дорогой, да, для дезодоранта можно какие-то альтернативы найти, но нас он устраивает, и мы нашли этот вариант, и я пока не готова к чего-то другое рассматривать, так как, ну зачем, вот, если есть средство, которое работает. И последнее на сегодня у меня будет от Organic Shop очищающий крем-пилинг для тела. Об аромате я не буду рассказывать, это, естественно, чума, посмотрите, даже ничего не осталось в баночке. Я его отлично отскрабировала на себе. У меня очень много чего из этой линейки, и скрабы, и маски, и крем, очень-очень куча всего. И могу сказать, что я, если честно, довольна этим продуктами, но я устала. Во-первых, я устала от этого огромного объема, его вечно куда-то... Во-первых, это хранить вечно тяжело, потому что это бутыл, пол-литра вот этой банки, там надо ее все время тратить, она стоит недорого, ее хочется быстрее как-то потратить, она не кончается, не заканчивается, не знаю. Надоели, вот честно, надоели, вот запах этот, да, хочется чего-то нежного такого. Это чисто, вот знаете же, как я рассказывала, что сахар, огромные частицы сахара, которые ты мажешь, частицы там, ты когда себя скрабируешь, отваливаются тут кусочки чего-нибудь, например, вот здесь косточки маракуйи, они там отваливаются по всей ванне. Ну не знаю, просто на данный момент средство хорошее, да, хорошо пилинг действительно делает, например, если говорить об этом, но... Объем, столько, сколько у меня их было, сколько я их пробовала, просто устала, заездила. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Я не могу сказать, что это плохо, обязательно вам советую. Отличное средство, но я лично все, пока себе буду что-то другое искать. Кстати, жду советов, что же попробовать такого же вот жесткого. Я люблю именно жесткий, потому что я себе сейчас купила... от Body Shop, вот этот, но новинка с маком, она очень нежная, но просто такая, что, мне кажется, ничего со мной не делает, а вот что-то, альтернатива вот этого, подскажите мне, пожалуйста. Это все на сегодня, такое короткое у меня, наконец-то, видео с баночками, решила их не складировать, будет по чуть-чуть все время теперь, и скорее их выкину, чтобы они мне не складировались. Спасибо вам большое, как обычно, за просмотр и до новых встреч. Всем пока. Жду какой-нибудь подсказки с альтернативой.